Всем, ребят, привет! Сегодня очередной выпуск, даже не очередной, а продолжение. И когда я сюда заходил, сразу увидел довольно-таки интересную находку. Сейчас я ее вам покажу. А находка у нас, вот смотрите. Сейчас продолжаем смотреть интереснейшее видео о шурфа от дома, которое подлежит сносу. Появился еще один пузырек квадратный. Сейчас мы вместе с вами будем смотреть. О, он целый. Ну, у меня такие есть. О, ребята, моя мечта сбылась. Смотрите, что. Блин. Бутылочка с символикой царской. Блин, это моя была мечта последняя, которую я хотел найти бутылку. Кто видит меня постоянно на видеокопе, слышал, что я говорил. Вот это находка! Вот это бум, детка! Офигенно, блин, блински, вот это, блин, чумовая находка. Офигенно. Монеты как-то банальны, но вот такие вещи просто шикарно, шедевры. Офигенно, блин, я прям в восторге. Бутылка за бутылкой, ребята, у меня поднимаются. И сейчас выпал монетос, монетка. Не знаю, что это за монета. Пока ничего не проглядывается. Так, это Николаевская, наверное, трешка. Проглядывается силуэт. Это у нас трешечка. Год, к сожалению, сказать не могу. Вот такая вот монетка. Итак, ребят, моросит небольшой дождик, нам не помеха. Выпала такая вот бутылочка. Таких я еще не встречал ни раз. Смотрите, какое горлышко интересное. Не знаю, что это за бутылка такая. Вот. Полно здесь бутылочек. Это мой лучший, наверное, шурф за все время. Одни бутылки. Здесь даже, наверное, с запахом. Сейчас мы посмотрим. Запаха, к сожалению, нету. Наверное, выдохся. О, смотрите. Бутылочка прям в корнях. Я ее даже не видел, только что обнаружил. Еще одна бутылка. Бутылочек очень-очень много. Очень много, ребят. Уже вон какое количество собрал. Монетки тоже есть. Советики я вам не показываю. Но вот бутылочки, конечно, зачетно. Очень много бутылок. Шурф — это мой лучший шурф. Потому что бутылочки — не очень частые находки. А это просто шикарно. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, находка. Но не верил своим глазам до последнего. Это у нас монетка. И размером меньше, чем копеечка. Это у нас полушка 1851 года. Офигеть. Николай I. Полушка. Жалко, конечно, она
немножко дефектованная, в центре вмятина. Но такая монетка, полушка, вот именно такого образца, у меня первая полушка. Вот эта монета. Вот это, да? Очень забавно. Такая маленькая. Меньше, чем копеечка советская. Продолжаем. Бутылочек больше, чем монеток. Еще вот такие вот маленькие бутылочки тоже поднял. Такое стекло ажурное, красивое. Ну и ряды бутылок у нас пополняются и пополняются. Смотрим. Рекомендую. В крапиву зашел кустики. Сигнальчик такой был, ё-моё. Там монета медная, если не выкопаешь, я выкопаю. Начал, говорит, ему это угрожать, типа, я, говорит, сейчас твою машину спалю, говорит, колеса протну, если не выйдешь, говорит. Думал, богатым стану, а тут рамка вылезла. Все, с директором поговорили, сейчас подарим ему вот такую диораму, сейчас ее покажем, внутри будет точно. Монитасов, говоришь, не было? Эй, всем привет! Рекомендую зайти, посмотреть, подписаться и дружить. Итак, ребят, продолжаем мы все швыряться в данном шурфе. А вы знаете, как отрезало. Первая половина дня прям шикарно, одни цари были. Я еще удивлялся, советов нет, странно. И после того, как поднял еще пару бутылочек царских, все, отрезало. Пошло одни советики, вот, пузырьки, бутылочки прекратились. В общем, не знаю, с чем это связано. В общем, в одном углу были цари, бутылки и все. В других местах, где бы я ни ковырнул, там ковырнул, здесь ковырнул, там вот. И везде советы. Ну, по советам ничего особенного. Вот такое количество советов я наковырял. Ничего интересного. В основном одни копеечки. Встречаются ранние, поздние. Двадцатка, пятнашка. Здесь у меня есть трешка. Ну и двушки, и копеечки. Копеек очень много, как вы видите. А так в целом ничего интересного больше у нас нет. Здесь мы уже засыпали, как вы видите. И сейчас бьем здесь. И здесь тоже ничего, только советские монеты, бутылок нету, ничего нету. В общем, как-то получается не очень интересно. Вот такую даже целую поднял. Это у нас что? Хлорид какой-то. А, натрий. Натрий хлорид. Вот такой вот целый. Ну а в целом пузырьки, как вы видите, всякие современные, советские и царские. Пару пузырьков вообще классные, зачетные. Последний вот такой пузырек поднял, такой темный, зеленый, такой, знаете, классный. Ну а в целом неплохо, я считаю, неплохо. А вы как думаете? Ладно, время еще есть. У нас еще... солнышко, как говорится, не видно, но закат уже скоро. Ну, продолжаем, продолжаем бить. Шурф я, ребята, за собой присыпал, как вы видите. Все по чесноку, все засыпал. Проблем не должно быть. Ладно, сейчас обзор. Итак, ребята, буду заканчивать обзор своих находок сегодняшних. Вот так вот получилось. Смотрите, как классно. Все бутылочки царские. Очень большое количество. Вот такой вот крест. Царики. Итак, трешка. Две двушки. Двушка 24-го. По советам. Вот. Много разбитых бутылок, к сожалению. Очень много битых. И очень много... вот таких вот пузырьков было. Очень много.
Ну, в принципе, неплохо, я считаю. А вы как считаете? Зачетно? Зачетно. Итак, ребят, на этом я и закончу свой видеокоп. Вот такими вот находками. Ставим пальчик кверху. Это лучший мой шурф за все время, которое я осуществлял. Такое большое количество бутылок я еще нигде не находил. И сегодня сбылась моя мечта. Нашел я бутылку именно с царской символикой. Ну и подписывайтесь. У меня всегда очень-очень интересно на канале. Очень хорошие находки. Довольно-таки позитивные копы бывают с ребятами на выезде. Так что подписываемся, комментируем. И удачи!